На канале «Домашняя» состоится премьера детективного сериала «Чужая жизнь». Елена – преуспевающая бизнесвумен, руководитель компании по производству соков. В ее жизни все прекрасно. Она собирается выйти замуж за успешного предпринимателя Евгения. Однажды, спеша к нему навстречу, Елена становится невольной виновницей ДТП. Ей показалось, что она избежала лобового столкновения и не заметила, как встречная машина вылетела в кювет. В аварии пострадала семья. Сын и отец отделались ушибами, а мать была в тяжелом состоянии. Евгений успокоил Елену, сказав, что дал пострадавшим денег на лечение и дело замято. Но спустя несколько лет Елена случайно узнает, что женщина умерла. Отец спивается, а сына забрали органы опеки. Чтобы загладить свою вину, она под чужим именем знакомится с Алексеем, стремясь как-то помочь семье, и не подозревает, что эта встреча перевернет всю ее жизнь. Главные роли в сериале исполнят Артем Карасев, Ксения Князева и Александр Пашков. Премьера четырехсерийного сериала состоится 17 февраля на канале «Домашний». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.